болею давно, но так, чтобы прям плотно ходить, я думаю, года, наверное, с 10-го начал. Началась, я не помню, 14-й, наверное, год был. Увидел просто по телеку с Акбарсом. Я так особо не следил, знал про команду. Игра с Акбарсом, 6-7-1 мы их обыграли, еще Коскинин стоял. Ну и как-то вот залип. В 2008 году я вернулась в Новосибирск и начала ходить на хоккей. Ну, начала я болеть где-то в 2009 году, когда у нас был как раз Стефан Лив. Конечно, я влюбилась в этого вратаря, безусловно. И, наверное, с этого началась моя любовь к Сибири. Эмоции самые разные, и негативные, и позитивные. Это вот такая эмоциональная разрядка, то есть очень помогает. Иногда после матчей просто опустошенный и без сил. Азарт – это 100%, даже перед игрой уже. Но восхищение, если действия команды позволяют мне восхищаться. Порой огорчение, когда-то обида. Ну и радость, реально, радость от посещения таких мероприятий. Вот как бы, если бы мой ребенок играл в хоккей, да, я бы приводила его на хоккей, да, я бы болела за него, за его команду и испытывала эмоции как мать, да? И вот, наверное, примерно это как-то, ну, как-то так, да, вот приходишь за Сибирь и болеешь, именно вот переживаешь за саму игру, за то, что твоя команда забила, твоя команда выиграла. Я рада за забитых шайб, ну, расстраиваюсь, когда наши пропускают. Ну, самое важное, это, конечно, страсть. Крик, охота покричать, прям выложиться, потому что на улице это нельзя сделать, дома это нельзя сделать, на работе это нельзя сделать. Это можно сделать именно на хоккее, на игре. А вот здесь именно то место, где можно позволить побыть собой. Сильные эмоции, потому что после каждой игры я как выжатый лимон. То есть я еду, возвращаюсь домой, все. Моя профессия не позволяет мне сильно выплескивать свои эмоции, да, так в открытую, как здесь. Нет, наверное, здесь, конечно. Есть такая возможность быть самой собой. Вот у меня вот даже вот браслет, то есть, ради интереса, я чувствую, что сердце бьется, бывает там 100, 110, то есть какие-то моменты. Мы никогда не уходим, мы стараемся до конца быть с командой, до конца ее поддерживать. И, как я считаю, что и в горе, и в радости всегда нужно быть вместе с командой. Наша команда новосибирская. Может быть, из-за этого я не, ну, как бы не задумывалась об этом, что цепляет. Ну, Сибирь, Сибирь, да, за Сибирь болею. Всегда в надежде приходишь, что сегодня мы выиграем. В прошлый раз пришел, проиграли, думаю, ну, сейчас-то выиграем. Приду, сейчас посмотрю. Верю в команду, как говорится. Есть же, верю в команду, верю в Заварухина, да? Ну, уже столько лет просто ходишь и... Да как родные уже все стали. Я думаю, что бронзовый сезон, который у нас был еще не последний, я думаю, что будет золотой, и кубок все-таки когда-то будет нашим. А иначе какой смысл ходить на игру, да, если не верить в команду?